Всем привет! Это канал Криптомир. Здесь вы узнаете о новых стартапах, перспективных ICO и о баунти-компаниях. Сегодня я хочу рассказать о проекте казино BitDice. Казино BitDice — это уже опытный проект, это опытное казино. Оно давно присутствует в игорном бизнесе на этом рынке и уже доказало, что оно может быть успешным в течение всего своего времени работы. И сегодняшнее видео посвящено тому, что если у кого-то остались вопросы или сомнения о том, стоит ли инвестировать в этот проект, то совершенно точно можно сказать, что это будет успешный проект. И в этом видео я хотел бы осветить некоторые вопросы, которые, может быть, еще остались у вас. Как мы видим, идет активный сбор средств, уже собрано достаточно много. И осталось 3 дня, в течение которых будет действовать скидка в 10%. Вообще будет идти ICO до 14 сентября. О том, как будут распределяться токены, и мы уже говорили в прошлых видео, и как можно делать вклады. Можно бы по-быстрому напомнить о том, что вклады можно принимать в биткоинах, латкоинах, эфире, доджи и йоте. Будет создано 100 миллионов токенов CSNO. 70% из этой суммы будет доступно как к распространению, 30% остается владельцам. Сейчас идет третья неделя, конец второй недели. В течение этой недели будет действовать скидка в 10%. И далее будет скидка 5%. И в течение последней недели ICO скидки не будет. Здесь также можно увидеть дорожную карту, которых тоже описывалось, продвижение казино, создание новых игр, новых платформ, видеопокер, пинка, слотс, лотерея на сайте за токены CNO. Все это будет в новом проекте и уже достаточно скоро. Крупные партнеры, есть пресса, публикации в прессе об этом проекте, так что, пожалуйста, со всем этим можно познакомиться. Также есть блоги со статьями о этом проекте. Несколько слов по вопросам, которые могли оставаться. Итак, как инвестировать? Покупка токенов станет доступной в личном кабинете на сайте. Вот ссылочка, там нужно будет зарегистрироваться и внести биткоин, эфир, лайткоин, додж или йоту. Как хранить CSNO токены и получать дивиденды? В конце каждого квартала 70% распределяемой прибыли казино будет переведено в эфириум, кошелек, содержащий смарт-контракт. Затем эфириум будут распределены владельцам CSNO токенов пропорционально их вкладам. Для того, чтобы получать дивиденды, токены необходимо держать в эфириум кошельках, поддерживающих стандарт ERC-223, такие как MyEtherWallet или MIST. Как я узнаю, что токены в безопасности? Чтобы убедиться в сохранности хранения токенов, мы настоятельно рекомендуем инвесторов использовать двухфакторную авторизацию 2FA. Если доступ к аккаунтам был потерян, есть способ восстановления пароля. После окончания ICO каждый инвестор будет иметь возможность переслать токены на свой личный эфириум кошелек. Также может возникнуть вопрос, когда токены CSNO будут продаваться на бирже. Токены CSNO будут доступны для торгов на вторичных рынках после завершения ICO. Следите за нашими анонсами, чтобы быть в курсе.
по какой цене будет происходить продажа CSNO токенов. Стоимость токена будет определяться по окончанию ICO и будет зависеть от привлечения капитала. Конечная стоимость токена будет определяться в момент отсечки по формуле цена CSNO будет равна следующей формуле. Объем привлеченных инвестиций в долларах делить на 100 миллионов токенов. Естественно, будет выведена цена за один токен. Что такое отсечка и почему она важна? Отсечка – это точная дата и время, после которых казино перестает принимать дальнейшие инвестиции. Отсечка будет использоваться в качестве отправной точки для подсчета балансов кошельков различных криптовалют и определения курса этих криптовалют относительно доллара. Дата и время отсечки – это окончание ICO 15 сентября 2017 года в 0000 по UTK. Так, о предпродаже мы уже говорить не будем, потому что это она уже состоялась. Пожалуйста, если я ответил на ваши вопросы, я был рад помочь. Еще раз призываю обратить внимание на это казино, обратить внимание на это ICO, и рассмотреть его в качестве платформы для инвестиций. Присоединяйтесь к этому проекту, он точно будет успешным. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Пока!